Привет, народ. Пришел мне недавно такой новый Starfit на 45 килограмм, потому что мой на 35, который закрыл где-то месяц, наверное. Сразу я мог закрывать где-то 5-10 раз, 15-20, и потом уже по течению времени, где-то спустя месяц, 92 раза правой рукой я его закрыл. Практически все разы были, они, видите, вот здесь алюминий голый стерся, стерлась краска. Ну, получается, то есть, во-первых, у меня малая ладонь. Хорошо было бы, если они вот такие были. И вот постоянно И вот так вот 92 раза. Вот, значит, и решил я взять именно тоже Starfit, ну, чтобы как бы типа коллекция, тоже красивенький, черный крашеный алюминий. Здесь, видите, пружиночка у нас уже такая потолще, более серьезная. Ну, такие яркие, все. И 45 килограмм. Ну, первый раз я, наверное, 5 раз закрыл. Туховатенько, мышцы не разработались. А теперь 32 был рекорд. Мой правой рукой, левая совсем как-то не ахти. И, как всегда, я для начала использую вот эту супер легкую 15-20 килограмм для разминки. Потом иду на 35, разминаюсь левой и правой рукой. А потом уже перехожу к 45-ке. Ну, тут уже тоже начинается слезание краски. Вот. Не особо слышно, потому что, ну, очень неудобно в руке, так как он хоть имеет насечки, но вот был бы он уже, или использовать магнезию того, чего у меня нету. Вот, и самый рекорд составил 32 раза. Ну, я думаю, в принципе, если постараться, можно чуть больше сделать. И еще примерно месяц-полтора я буду заниматься как основным этим. И дальше уже пора будет переходить на 55 килограмм. Наверное, чтобы дважды не платить за доставку, сразу, наверное, надо взять 55-65. Вот. Ну, конечно, кроме этого, для кистей я делаю много других всяких упражнений. Это и подъем штанги вот так, и так, и, короче, вся гантель вот маятником, все и полностью. У меня стою на пальцах, отжимаюсь на пальцах, то есть полностью, полный комплекс. Вишу на турнике тоже на двух-трех пальцах и так далее. Была бы у меня, как говорится, лапа побольше, было бы вообще удобно. Ну, имеем то, что имеем. А так для коллекции прикольно. Что скажу про качество? Качество офигенное, честно. Все пишут, типа, скрипят пружины. Все это, наверное, пиздежа провокация. Ну, у меня, ну, сами слышите, да, ни в одном. А, не, ну да. Но это не скрип, это бред. Все супер. Здесь то же самое. Так что нормальный принцип Китай. Не реклама.